заканчивается. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы сейчас просто начинаем только готовиться к прямому эфиру. Меня пригласили поучаствовать в прямом эфире с гражданскими активистами. И вот мы соединяемся. Так, гражданские активисты из Астаны. Армсус, Мухтар Кабулович. Сколько нас много, оказывается, да? Армсус ағай, бүгін... Армсус. Қазақстандықтарға Мухтар ағам шақырып тұрып, бізді құттықтасын деп. Мухтар деп тұрған себебім, өзіңізден рұқсат сұрап алдық. Біз өліп қалмаңыз, жаңа тәрбие көрмеген атын атын айтып жатыр деп. Мен өзім айтқан, мен Мұхтар атымды. Мұхтардан құттықтау сұрап тұрық. 2020 жылы біздің арманымыз орындалсын. Біздің мақсатымыз мақсатқа жетейік. Міне бүгінгі біздің тойлауымыз жаңа жыл 2020-ны қарсы алып жатыр. Сол Астана қаласының белсенділерімен осы құттықтауды сізден күтіп отыр. Здравствуйте! Как дела? Здравствуйте, Аня. Рад всех видеть. С наступающим вас Новым годом. Спасибо. Всех тоже поздравляю. У нас был план X вас позвать, вас пригласить, чтобы вы нас всех поздравили с новым 2020 годом. Хотим вместе с вами подвести итоги. Хотим семейный свой праздник завтра, 31 декабря, встретить под ваши поздравления. Спасибо, Аня. Я очень благодарен, что вот такой прямой эфир состоялся. Я вижу у вас большое количество гражданских активистов. Мне очень приятно, что мы вот так можем говорить, что интернет сегодня не отключен. Ниже, нас не видно. Вам хорошо слышно, да? Да, да, хорошо слышно. Слышим. Слышим. Чуть громче можно, да. Саламастерма. Саламастерма. Будьте кванштум. Так как сегодня праздник, Мухтар, мы хотели бы задать такие шуточные вопросы праздничные. Вот вы живете во Франции, целовались ли вы со мной, супругой вашей, под Эйфелевой башней? Под Эйфелевой башней нет, но хороший совет обязательно сделаем. Насчет лягушек, да, Аня, где там Аня? За этот год столько всего произошло, да, мыслимого и немыслимого, даже спрашивали... Мухтар Кабулович кушал лягушек или нет? Я пробовал, на самом деле, второй раз в жизни пробовал, потому что, ну, это во Франции считается деликатес, думаю, ну, уеду из Франции, даже не попробую. Поэтому попробовал, похоже на мясо птицы, знаете, такое очень нежное и вкусное. Кого-то желающие в наших активистах. Жаңа келе жатқан жаңа жылда жаңа табыстарға жете берейік Мұхтар аға. Әрдайым бақытты болып өмір сүреңіз, аман сау болыңыз. Сол тілеймін. Рахмет. Мұхтар аға, амансыз ба? Алла сізге қуат берсін. Рахмет, бәрі дұрыс. Сізге де бәрі. Рахмет. 2020 жылы жақсы қарсы алайық. Сізбен қауышайық. С наступающим вас Новым годом! Спасибо, что вы нас всех объединили. Алга, Казахстан! Кто желающий? Ждем вас домой в Казахстан! Это ваша самая большая поклонница, которая в департаменте полиции господин Малубаева признавалась в любви вам. Это вот Галия наша. Привет вашей семье. Мы любим вас. Спасибо, спасибо. Если Казахстана с вами. А где? А где Малубаев? Малубаев где? Галия.
Вы когда произносите такие слова, обычно всегда Малыбаев присутствует. Его не пригласили сегодня? Ну, он гордо в одиночестве. Наверняка его здесь это уши. Он сам не здесь, но наверняка его уши здесь. Мы это чувствуем. Вы знаете, обслуживает его уши. Да, они вас обслуживают. Вы знаете, я хотел бы свое впечатление именно о Астане сказать, вот о активистах, гражданских активистах. Для меня, честно говоря, было неожиданно, когда я вышел из французской тюрьмы, больше 3 лет я там находился. Мы первую акцию проводили, митинг 10 мая 2018 года, именно «Свободу политическим заключенным, нет пыток». И, честно скажу, за то время, пока я сидел в тюрьме, оказывается, огромные изменения произошли именно в Астане. Для меня это было как открытие. Я не ожидал, что там такие активные люди. И вы сейчас действительно показываете, что задаете тональность, показываете, куда надо двигаться. Именно в Астане я был поражен, когда 10 мая вышло несколько сот человек. Вы такие активные, энергичные, четко отставили позиции. На самом деле именно Астана, затем Алма-Ата вообще начала менять всю страну. Вот этим летом столько людей вышло с требованием свободы политических заключенных. Я был просто поражен. Я просто рад, что у нас, оказывается, Астана совершенно другая. Раньше она была пассивная. Сейчас Астана на острие. Я думаю, что действительно это сейчас вот вы, столичные люди, действительно покажете пример, как мы должны менять нашу страну. Изменения все придут именно из Астаны. Это я уже сейчас очевидно понимаю. И я, честно говоря, рад. Потому что, ну, раньше мы все ориентировались на Алма-Ату. Сейчас я понимаю, что на острие стоит Астана благодаря вам. Потому что вот вы не случайно сегодня все собрались, вы даете пример. Пример, вся страна смеется, как вы расшатываете это Малыбаева, он ничего не может сделать. Он растерянный, мы все смеемся. У меня друзья, родственники в разных странах мира, я им пересылаю. Народ хохочет, видит, что он растерян, не знает, что делать, не знает, что говорить. Потому что вы его обезоруживаете, как говорят в интернете, троллите. В общем, это очень здорово, да. И потом, понимаете, вы даете пример другим. Раньше на суды, помните, вот в Атырау Макс Бухаев, Талгат Аян, приходило мало людей. А сейчас вы вот показываете пример. Сотни людей приходят в суды, другие города начинают подтягиваться. Общество за последний год просто на глазах изменилось. Поэтому я хотел вас поблагодарить, что вы просто молодцы. Просто отлично. Даете всем нам пример. Я просто горжусь, что у нас такие граждане. Я уверен, что завтра у нас будет тысячи. Тысячи и тысячи. Угу. У нас вот еще хотела бы Зубайда Сейдахметова сказать. Мухтар, мен Зубайдамын. Осы әлгіндеғаны қосылдым. Мұғаліммін. Сізді, мен мұғалімдерің арасында көргемін. Сізді көп адамдар тыңдайды. Сізді қолдайды. Мен енді өзім сізді теледидардан көріп, жүрегім ауырат, апарық, тамақ ішіп жүр ма бұл кісі, ет жемір ма, қазақтың жеп жүр ма деп жүрегім ауырат. Енді сізге... Менің туысқандарым маған кеше қасы жіберді маған. Енді бізде қасы бар. Бауырса, қазақтың тамағын жеңіз енді. Қазақтың бір домалақ баласы айдалада өзге елде жатқанына біз жүрегіміз елжірейді әрине. Тез оралыңыз біздің қатарымызға, төріне, қазақ еліміздің төріне келіңіз. Біз сізді өте сыйлаймыз. Мы хотим перемен. Да, конечно, вот. Мухтар ағай, между нами много общего, потому что мы оба южане из Южного Казахстана. В общем, я буду молиться, чтобы обстоятельства сложились так, чтобы вы вернулись домой на коне со щитом. В общем, во все это, чтобы все было прекрасно. Я еще хотела сказать, вы мне брат, а я ваше оружие. Южане не такие страшные. У меня вот, когда я женился, у меня жена из Жезказгана, она говорила, мне все время с детства говорили, не выходи за южанина, не надо же говорить. Вот у нас еще вот Талдыхан апа наша, мама активистка. Сәлеметсің бе, Мұхтар? Осы 2020 жыл
сізге де бізге де жеңіс әкеліп парламенттік республика боп өзіңіздің басқаруыңызды Алла бұйырсын. Амин. 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 Здравствуйте. Мухтар, у нас в стране такая уникальная ситуация, хочу сказать, нам повезло. Повезло в том, что у нас есть интернет, есть вы, есть Жанна Бота. Не надо этот шанс не упускать, надо пользоваться и интенсивно. И чтоб, хочу пожелать вам и нам, чтобы 20-й год превзошел 19 по переменам к лучшему, интенсивным переменам. Здоровья вам и с Новым годом! Я сегодняшний тамада, и буквально два слова. Қатты ұйқыда жатқан қазақ халқын оятқаныңызға рахмет. Сіздерге рахмет. Сіздерге рахмет. Альберт, вот еще у нас Альберт есть, тоже желает сказать. Это вот наши ряды, он не так давно пополнил. Тоже молодец. Здрасте. Я давно являюсь вашим поклонником, но я все не осмеливался. Спасибо, что... Он из привыкших считает. Спасибо, что вы сплотили народ. Пусть нас не так много смелых. Я знаю, что много наших сторонников, но не все осмеливаются выйти. Спасибо, что вы сплотили вот наше количество. Я надеюсь, что в будущем нас будет еще больше. И ждем вас в хорошем здравии на родине. С наступающим! Атырау жақтан. Сіз мына қалың ұйықтап жатқан қазақты ояттыңыз, сізге рахмет. Жаңа жылыңызбен. Құрметті достар, құрметті достар, мен бір-екі сөз айтайын. Келесі жаңа жыл құтты болсын. Енді келесі жаңа жыл біздің жаңа жылымыз болу керек. Құтты болсын. Да. Я хотела бы сказать, да, что мы очень рады, я действительно очень рада вас видеть, с вами разговаривать. Спасибо вам большое за то, что вы нас сплотили, мы действительно стали одной большой семьей, все друг за друга всегда стоим горой, отбиваем всячески, да, и хотели бы сказать, да, спасибо большое. И Ахмарал, вот у нас наша Ахмарал Кирпаева приехала, да, вот лично из всех 405-х тяжеловесов. Да. Тяжеловес, мы называем их все Эрика Жахина, Гумиру Калыкову и Ахмарал Кирпаева, это наши тяжеловесы. Это проходцы. Да. Афонисты. Скажите пару слов, Ахмарал. Здравствуйте. С Новым годом вас. Спасибо. Желаю счастья, здоровья. Спасибо. Желаю успехов. Теперь мы бы хотели бы услышать ваши пожелания и под ваши пожелания поднять эти бокалы шампанского. Уважаемые друзья, уважаемые гражданские активисты, я хотел бы поднять тост за нашу страну. Мы сегодня здесь показываем пример всем нашим гражданам. Мы хотим построить новую страну. И мы можем построить. Потому что наш народ очень активный. Как бы нас ни давили, мы очень активны. Я уверен, что очень скоро будут гигантские изменения благодаря вот таким людям, которые сейчас в этом зале находятся. Я счастлив, что мы можем изменить страну. На самом деле, при всех трудностях, которые сейчас происходят, нам очень сильно повезло. Потому что мы можем сказать, что мы изменили страну. Поэтому я поднимаю тост за нашу страну, за наших людей, за вас, тех самых гражданских активистов, которые меняют страну. Давайте за нашу страну и за вас. Браво! Алга, Казахстан! Алга, Казахстан! Алга! Ахмед, салам, құрметті достар! До свидания, спасибо большое. С наступающим. С наступающим.